поблагодарить. Наш Качановых очень мало осталось. Вот Андрей в Англии, ну, Юля, его внучка в Вильнюсе. Я так получилось. Курсирую Литва, Америка. Но я хочу просто сказать большущую, огромную благодарность Галину за то, что он поддерживает это вот дело так активно. Спасибо большое Риме, организатору, вдохновителю, потому что я понимаю, что если бы не Рима, не были бы такие эти вечера интересные, такие содержательные, музыкальные, и это было бы совсем в другом направлении. Сейчас просто каждая встреча – это праздник. Девочкам большое спасибо за то, что вы так прекрасно поете, и вот клуб Державина так органично влились. И, конечно, вот этой золотой ячейки, да, вот состав золотой, который, я тоже помню все, как это Михаил Николаевич, его было детище, каким он энтузиазмом, как он все это хотел. И, честно говоря, ну, мы не думали, что это будет так долговечно, так содержательно, так... Молодец, спасибо, Галин, действительно, это я когда рассказываю, привожу в Америку, показываю эти альманахи, но люди не верят, что в Литве, в такой маленькой Литве, есть много таких талантливых и прекрасных людей, которые так любят русскую литературу, поддерживают и сами пишут. Поэтому действительно вам большое человеческое спасибо от семьи Качановых. И дальше так держите. Спасибо. И надеюсь, спасибо, что столетие мы отметим более так жизненно. Спасибо. Обязательно.